Хорошо, теперь следующее. Автором этого возражения является также наш друг Кларк Пеннек. И он говорит, если Библия ошибочна хотя бы в одном моменте, как можно доверять ей целиком? И это неправильно. Библии можно доверять даже при наличии в ней каких-то ошибок. По его словам, весьма маловероятно, что впасть в отступничество нам не дает мнение по поводу безошибочности. В 70-е годы прошлого века была написана книга «Битва за Библию», и в ней автор говорил о том, что те евангельские христиане, которые отступили от позиции безошибочности, в конце концов оказались в очень плачевном положении. И в итоге они перестали верить и в другие ключевые евангельские доктрины. И в конце концов даже стали отступниками. И Пеннек отвечает на это утверждение из книги этого автора, Линзеля, и говорит, «Подождите-ка, очень маловероятно, что если кто-то защищает веру в безошибочность Библии, то это удержит его от отступничества. Ведь посмотрите, как много людей, которые верили в безошибочность и в то же время отступили от веры. Поэтому нельзя спешить заявлять, что если не веришь в одно, не веришь во все. И лучше не говорить, что если я не уверен в чем-то, то я не могу быть уверенным во всем. Именно поэтому здесь упомянуто слово «эпистемология». Что ж, Пеннек дальше продолжает, что мнение о небогодухновенности Библии по причине имеющейся в ней хотя бы одной ошибки открывает двери для целого ряда дискредитирующих Библию теорий, которые ведут к либерализму. И он говорит, что с нашей стороны было бы разумно не впадать в либерализм. И что же нам на это возразить? Я думаю, уместно будет сказать следующее. Во-первых, то, как Пеннек формулирует это возражение, как он его преподносит. Ведь на самом деле он неверно отражает убеждения защитников безошибочности Писания. Мы не говорим, что неверность в малом ведет к неверности во всем. Вместо этого мы говорим следующее. Если есть даже какая-то незначительная ошибка, то это открывает возможность для других ошибок. А если вы допускаете такую возможность, что могут быть и другие ошибки, то откуда вы знаете, какие тексты истины, а какие тексты ложны? Вот в чем эпистемологический вопрос. И такое утверждение отличается от заявления, что неверен в малом, неверен во всем. И весь дальнейший разговор о том, что произойдет, если отступить от веры в безошибочность, то это уже другая тема, не связанная с вопросом о том, учит ли Писание о безошибочности. И да, я согласен, что аргументация Линзеля не очень выверена, когда он заявляет, что если вы перестанете верить в безошибочность Библии, то в итоге вы отступите и от всех других христианских доктрин. Хотя можно привести много примеров людей, которые перестали верить в полную безошибочность Библии и в то же время продолжают верить в божественность Христа, в Его заместительную жертву, и так далее, и далее. Поэтому Линзель, конечно, преувеличивает. Но и Пеннек тоже не прав, когда говорит, что вера в безошибочность Библии никак не поможет вам уберечься от отступничества. Все это, быть может, и верно, но к теме не относится. Так как мы рассматриваем вопрос, безошибочно ли Писание, и что само Писание говорит о себе. Итак, мы уже подходим к концу этой темы. Безошибочность не является логическим следствием богодухновенности. И Пеннек говорит,
что несмотря на то, что безошибочность, казалось бы, логически вытекает из факта богодухновенности Писания, увидеть должное обоснование для подобного вывода не так-то просто. И далее посмотрите, что пишет Пеннок. Он говорит, Бог передает нам свое слово через подверженных ошибкам людей, и из этого не следует, что Библия должна быть иной. Что ж, несколько вещей можно сказать в ответ на это возражение. Заявление Пиннока о том, что трудно увидеть, как люди могут прийти к такому выводу, на самом деле заявление, ставящее под сомнение интеллектуальные способности человека. И неважно, верно или неверно то, что он говорит, просто это совсем не относится к теме нашего рассуждения. Вытекает безошибочность логически из богодухновенности или нет? Или, быть может, Писание учит о безошибочности каким-то другим образом? Но, кроме этого, я также указал бы на тот логический вывод, который мы с вами строили на доске. И мне представляется, что это достаточно логичный и надежный способ аргументации. А если так, то Пиннок вынужден согласиться с тем, что он, по сути, не прав. Да, я согласен, что одно лишь утверждение о богодухновенности не ведет к выводу о безошибочности. Но богодухновенность плюс определение безошибочности в свете истинности, плюс тот факт, что Бог не лжет. Вот на основании вот этих трех предпосылок можно сделать вывод о безошибочности. Но я думаю, даже не это беспокоит Пиннока, не это он ставит под сомнение. Вместо этого он пытается сказать, что нет, нельзя так перейти от богодухновенности к безошибочности. Почему? Да потому что люди участвуют в этом процессе, а они грешны. И также можем посмотреть на само Писание, чему оно учит, и в результате можем прийти к выводу, что безошибочность не является логическим заключением из богодухновенности. Что ж, как я уже говорил, он может думать все, что ему заблагорассудится, скажем, о способностях человека, но это уже другая тема. Мы не отрицаем, что Библию написали простые люди, и что они могли допустить ошибки. Но не забывайте и о божественной стороне откровения. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.